Всем привет, дорогие друзья! В этом видео мы рассмотрим двухцилиндровый ременной компрессор. Он относится к классу бюджетных, поэтому стоит недорого. На сегодняшний день его цена составляет примерно 21 тысяча рублей. Для 100-литрового компрессора это вполне годный ценник. Здесь установлен асинхронный двигатель мощностью 2,2 кВт, у которого присутствует система защиты. В общем, будет работать, не напрягаясь. Здесь мы видим два конденсатора, ну и реле перегрузки компрессора. Вот конденсатор поближе. Производительность 336 литров в минуту, вес 78 кг. Производитель хвастается тем, что у компрессоров ременного типа низкий уровень шума. Да, безусловно, это так, но какой конкретно уровень шума, они написать не соизволили. Надеюсь, в будущем они поправят это упущение. Все-таки компрессоры они делают вполне неплохого качества. По крайней мере, не хуже компрессоров других фирм. В данной ценовой категории, конечно же. Вот такие воздушные фильтра идут в комплекте. Ничего особенного, мало ли кому интересно. В картер заливается пол-литра масла. Только не абы какого, а компрессорного. Ну что ж, давайте попробуем запустить двигатель. Компрессор работает достаточно тихо, работает устойчиво. Свет при этом в помещении не моргает. И это несмотря на то, что проводка у нас полное барахло. Парма в основном производит бюджетный инструмент. То есть инструмент бытового назначения, который не является промышленным. И тем не менее компрессоры берут на некоторые небольшие производства, малярки, гаражи, ну и так далее. То есть этот инструмент может вполне приносить деньги. А самое главное, что на фирму Parma есть сервисные центры, которые делают как гарантийный, так и послегарантийный ремонт, что является показателем в удачной покупке инструмента. Это хороший ценник, выход на те или иные запчасти, ну и самое главное, это сервис. А здесь это все есть, так что к нему есть смысл присмотреться. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!